входящих, они мало дают. Хайлита, доброе утро, уважаемые телезрители. Сегодня среда, 13 апреля. Уважаемые телезрители, совсем скоро в колхозах и совхозах республики начнутся весенние полевые работы. В связи с этим правительство республики приняло постановление о мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса в 1994 году. Главная на сегодняшний день проблема – погашение задолженности 93-го года. В связи с этим Минфину Республики, Национальному банку, Республиканскому инвестиционно-кредитному банку «Башкредитбанк» предписано изыскать необходимые финансовые и кредитные средства для погашения задолженности заготовителей за фактически поставленные в 93-м в госресурсы зерно, сахарную свеклу, семена подсолнечника и продукцию животноводства. До 1 декабря 1994 года продлены сроки погашения кредитных ресурсов, полученных колхозами, совхозами, фермерскими хозяйствами за счет местных источников. На 1994 год сохраняются дотации на продукцию животноводства, поставленную в госресурсы, 50% надбавки за продажу животноводческой продукции сверх объемов, достигнутых в предыдущем году, компенсации половины стоимости минеральных удобрений, средств защиты растений, топлива, мазута, угля, тепловой энергии, используемых на отопление жилого фонда и объектов социальной сферы, находящихся на балансе сельскохозяйственных предприятий. Также на 50% будут компенсироваться затраты по страхованию посевов товаропроизводителям, заключившим договоры страхования. Сохранится финансирование мероприятий по государственной поддержке фермерских хозяйств. Готовится предложение по установлению льготных фиксированных цен на бензин, дизтопливо, газ, электроэнергию, гербициды, а также на комбикорма, выделяемые крупными животноводческими комплексом, спецхозом, птицефабриком, племенным хозяйством и рыбоводческим предприятием. Немалую роль в организованном проведении весенних полевых работ играет обеспечение горюче-смазочными материалами. На Янаульской нефтебазе для обеспечения хозяйств района в наличии имеются все нефтепродукты. Колхозы и совхозы в данное время года активно занимаются перемещением. В резервуарах хозяйств есть около 80% необходимых продуктов. Перемещение продолжается. На ответственное хранение и на весенние полевые работы в резервуарах хозяйств заложено всего 1200 тонн дизельного топлива и 600 тонн бензина А-76. Общая задолженность нефтебазе колхозами и совхозами составила 150 миллионов рублей. Минимальную задолженность имеют хозяйства «Воединский совхоз», колхозы «Коммунар», «Мир», «Ленинкарно». Совсем нет задолженности у колхозов имени Мичурина и Парижской коммуны. С наступлением весны все мы хотим выглядеть красивыми. В городе открыт еще один салон. Во Дворце культуры нашего города открыт парикмахерский салон, что создает определенное удобство для клиентов.
Перед началом концертной программы, спектакля, зрители могут привести себя в порядок, постричься, сделать укладку или химическую завивку. Работает здесь мастер первого класса Ибрагимова Мавлида. Горожане хорошо знают ее приветливость, трудолюбие и то, что она действительно мастер своего дела. У нее есть и свои постоянные клиенты, которые знают ее почерк как парикмахера. Для тех, кто не знает о салоне, сообщаем дополнительно, что парикмахерская работает в удобное всегда клиентов время. Добро пожаловать! Уважаемые телезрители, мы уже проинформировали вас, что наш район выполнил с честью квартальные планы по сдаче государству мяса и молока. Рассказывали и о хозяйствах, которые доведенные обязательства выполнили успешно. А сегодня мы по предложению Управления сельского хозяйства и продовольствия хотим рассказать вам о колхозе, который выполнил план по сдаче государству мяса всего лишь на 60,5%, а молока на 86,3%. В колхозе «Урожай» на сегодняшний день суточный надой от одной коровы составляет лишь 5,3 килограмма молока. В чем причина низких надоев невыполнения квартального плана? Этот вопрос толкнул нас на выезд на утреннюю дойку на Старокудашевскую молочно-товарную ферму. Всякий знает, что крестьянский труд начинается с раннего утра. Ближе к 6 наша съемочная группа уже подъезжала к ферме. По дороге встретили доярок, спешащих на работу. Поздоровавшись с ними, мы спросили, как у них на ферме идут дела. Усмехнувшись, они ответили очень лаконично, мол, увидите сами. Сколько бы мы ни говорили о том, что не на всех молочных фермах созданы условия труда, такого видеть нам еще не доводилось. Помещение коровника плохо освещено, не всюду застелены полы. Коровы порой лежат прямо на жиже, автопоилки не работают, с некоторых просто через край без конца льется вода, которая стекает прямо на землю, образуя лужи. Первая смена доярок, а оказалось, что они здесь работают в две смены, утром и вечером, уже начинал дойку, а во время дойки между делом чистили под коровами. Коровы стоят грязные, их не имеет смысла чистить, утверждают доярки. Ведь они потом сразу ложатся на эту жижу, которую уже нельзя расчистить, потому что не настелены полы. Транспортеры заполнены жижей, навозом. Уже второй год, как мы уже сказали, обещают в коровнике настелить полы. Можно, конечно, винить в этом и прошлое руководство хозяйства, которое кануло в лету, и сегодняшних специалистов в лице того же заведующего фермой. Очень возмутил нас тот факт, что туша по болезни умершей коровы не выносится из коровника уже третьи сутки. Шехлислам Фанисапа доярка с болью говорит о том, что корова перед этим вся опухла. Может быть, у нее какая-то болезнь, а доярка работает рядом. Тут же на привязи стоят и другие коровы. Вот так, несколько неожиданно появилась эта проблема. А ведь были урожаи и победные дни. Эти самые доярки, которых вы видите на своих экранах, когда-то были передовиками, маяками молочного производства. Урожай колхозында бүгінгі бір сиырдан 5-3 литр сүт соғып алалар. Сіздің шабы көп ме, аз ма? Әсінде көп бола міне. Не деп айтасың міне? Міне бит көріп тұрасыз, сиырлар нендей халде екен. Ошырларына жүні башы жоқ, солам жоқ. Бір жағында мына кармышкалар, паелкаларда бір жағында су ағып тұр, екінші жағында су келмей бітіне. Мына бұл сиырларына су ішін деп отыр, міне бит мына шында сый, мына шында жатып, екі сиыр өлді қазір. Мына шында. Калгы зортта болгач эле бүтүн эме да шуңа бейлене тургандыр инде биз күндө келебиз, күндө койтабыз бүтүн. Эшлейбиз өз бизге көрө, бизге да окшасыз жашоо аракат түгүл инде, окшо керек бит бизге да. Булса бизде ризаибет ноолорго, көп окшоолорго билмейм инде ким кайып экенин да. А мына маллар, азыктар менен тәэмин ителгенме? Тәэмин ителген деп айткан булалар да, тәэмин ителмеген, тәэмин ителгеч саламга да интегип атмайсың инде ул.
Саламы да юқ бетені. Ертен де сенаш, кеш те сенаш. Сіздің айттыңыз паюкуларда олама қалда дейдіңіз. Бұ инженер қызметінің, наверное, не дарап. Дәркілерді, скөтниклерді шілелмей бетінде. Көзден мұна шылай келіп кірген ек. Жей бұса да отырда шынды қалды ета сәрлі, мұна шынды бұт қақта. Қорам әлі мұны, ненде. Қыш бұса да шу, олар ненде сөт берсіндер. Мұна неден ауылға алып қайтып кетелер сәрлерді, қалқыз бері бетінде. Берсе де сөтсіз болмай. Ошылар бар патамышты, ошайлар рахатланып. Ошығаш берелер сөтсіз сәрлер түгілалар, ошылар ғана ұқ. Аны, кім ғайып декен өзі көрді. Әтілер жүрілер ұтта. Рафида апа, сыйырларының, молларының рационында әлінде озықлар бар. Не, бізді әне, сен ашқына қазы соламда бермейлер. Соламында кіртуші де оқым екен, әзірек бары енді, әне шуны кіртмейлер. Мұна сен ашқына соламда да бүтін, бұлған озықына, мұна шу етабызы батып шумы бүтінлей. Баштан аяқ. Құрубыша, шыннан да сыйырлар бек өкші статуғыл емшағы айтып әйткенді. Идеяны жоқ. Идеяны болмағанға жүрек әріне, білеттер бітті қыра-қыра, іш бұша бітінде. Келесі келей бұша дейінде. Қазір мен фирма жүрген 29 жыл, көресінде кеме ұл сиырлары қазір. Шуша қалды. Жүрекні әрінетіп, қойтқа жүрек әрініп, шуя табыз мұна. Мұнда бұ, мұна жетішсіздіклеріні ішіліп болармасыздың ше? Не ішіліп болмасын дей. Шуша фирманы да правсия сұраған, шуша іш Тиеш түгілер, мен тиеш тиіп қораймын енді аны. Правсия сойда барса, шушына, шуша хүкімді өтқан сейдан ше правсия олға керек. Бізге де шуш сүттен оқша шыға, біздің де үшіреге оқшаласы келе. Жүрге, стекке жүрсе келмей бетінді біздің де. Жүрсе келмей текке әгіне. Үліштегі сиырлыға су келмей, мұнамда үш түртте тигізлік болмағаш, уревіні болмағаш, оға бұтыра күжіліп. Әна шуңа кандидатула, изенгере, міне бүтіндей қырғанда, қырмаған көп болып тұр енді біздің. Мына шынды қалды өтабыз біз. Әне изәні көріп тұрас, мына мұнда изәні бар, әне тегінде жоқ. Мына мұның тағы жуартысы бар, тегі башта таған шуай жоқ мұны. Әне тошты өтам балалар. Ишік проекция ора керек мына шынлардан. 2-3 жыл әбі шейттіләнді бізге, изәні жәйе біз лагерден қойтығыз, жәйе біз дейлер. Құрығына болып қалды біздің әбі шәнелер қазір. Недавно в колхозе «Урожай» произошла смена председателя колхоза. На этот пост выбран колхозниками на отчетно-выборном собрании Зиязов Ренат Загирович, работавший ранее агрономом. С приходом Рената Загировича, молодого, энергичного, знающего специалиста, крестьяне возлагают большие надежды на возрождение былой славы колхоза. Крестьяне, простые колхозники, всей душой болеют за свое дело. Но есть в колхозе звено в общей цепи, которое, несмотря на все усилия председателя колхоза и колхозников, пытается остаться в тени. Это специалисты колхоза, ветврачи, зоотехники, заведующие и так далее. О чем еще говорить, если доярки, работающие на ферме, не знают, кто в колхозе зоотехник, а кто ветврач. Тот же заведующий фермой не показывается на работе целыми днями. На ферме специалистов мы не дождались. Главного зоотехника колхоза Шаймарданова Ильдара разбудила по нашей просьбе его теща. Сладок был сон этого молодого человека, который работает главным зоотехником всего второй месяц, в чем и заключались все его отговорки и причины. И все же, казалось бы, если ты молод, полон энергии, получил образование, пожалуйста, работай на здоровье, помоги молодому руководителю хозяйства поднять колхоз на ноги. Ведь он без специалистов, что командир без солдат. От главного зоотехника колхоза вразумительных ответов мы получить так и не смогли. Когда мазында 2-3 күннің бірінде болып тұрамынды мен. Не сон сіз нанда даярқылар көрмейлер, скотниклар көрмейлер? Не кім екеніңізді білмейлер аларанда? Сіздің қойсығыз ветврач екеніңізді білмейлер іші олар? Ветврач түгіл, ветврач мұнда. Ветврачны да, зоотехникны да білмейлер анда. Ветврач жоқ деп айталар бүтінлейді. Ветврач колхозға біреу күні ол. Ветврач біреу болса да, ол күніне бір, наверное, көрініп барып көрінерге тиештір фермада. Онда 3-4 күн бойына өлген сиыр еді. Ондағы пышырақ, пайылқылар ішілмей, суаға,
үйдәннәр җәйелмәгән, тоқтасыз яталар шунда бухта сыйырлар. Бу за технический службаның да харап җитешмәүлеге. Ветврачныкы да, наверное, дип уйлыйм. Пришлось разбудить и заведующего фермы Гильмуллина Загита, который всячески изворачивался, пытался во всем обвинять доярок и скотников. Трудно было найти ответы на все доводы заведующего фермы, о чем нас и предупреждали животноводы. За ферму была сызма? Шығал майсын бізні янға? Сәмесіз. Біз яна ол телевидениесіндан келген екі. Сағат 6-ға фермаға келіп жеттік ғой. Сіз онда боларсыз деп. Сізді анан табылмадық. Міне мұндан келіп сізді яңа ұяттық. За ферманың сізді іші түгіл міне даярқылар біле бірге сағат ертен. Бүгін сиырда жаттым әлі. Тышым ауырды. Олар бүтен күні де шулай рақтылар шол. Бек сирек көрінәділәр. Білмеймін. Мына біз бардық анда. Отлар янмай, кругом буқ. Үш күн шығарылмаған өлген сиыр ята. Сіз білесіңіз ол сиырды? Жоқ, білем. Нестеп шығарылмаған? Ішкен айтуын. Кеше түгіл дейлерінде олар. Бүтін үсі бірге үш күнде. Әлі де шығарылмаған ба? Итак, велико желание председателя колхоза Зиязова Рената Загировича работать, возродить былую славу урожая. И в этом ему должны помочь все специалисты. С неясными чувствами на душе мы уезжали из старого Кудаша. При выезде из села стоит надпись, обращенная к жителям деревни, которая гласит: «Односельчанин, не урони честь нашего колхоза». Хотелось бы, чтобы все мы прониклись смыслом этих слов. В целях повышения деловой активности, роста профессионального мастерства культуры обслуживания и качества продукции, внедрения блюд и изделий башкирской кухни, расширения ассортимента блюд, утверждения престижности рабочих профессий общественного питания, администрации города Янаул по рекомендации Министерства торговли, столовой номер 5 города был проведен конкурс профессионального мастерства среди поваров и кондитеров объединения общественного питания Орсингду и Райпо. Конкурс проходил в 2 этапа. В первый день участницы вытягивали билеты для выполнения задания и занялись подготовкой исходных продуктов. Наши конкурсантки приступили к приготовлению блюд башкирской кухни и подготовкой к отпуску на раздачу для реализации в торговом зале. На конкурсе приняли участие от общепита Янаульского райпо Гизатова Флида Раифовна, кондитер 5 разряда, Изибаева Луиза Султановна, кондитер 5 разряда, Рафикова Дениса Карамовна, повар 4 разряда, Хасанова Фаима Хабибисламовна, повар 4 разряда. Честь Орсы Ингаду защищали Зардинова Фанузат Гамовна, кондитер 5-го, 4-го разряда, Салихова Дамира Хабибовна, кондитер 4-го разряда, Хасипова Разия Мазитовна, повар 4-го разряда, и Сунагатова Эльфира Мухаматьяновна, повар 4-го разряда. Участницы конкурса приготовили блюда по своим собственным рецептам и технологии приготовления. Оказывается, у нас в Янауле работает настоящее чудо кондитера и повара.
Невольное удивление и восхищение представителей жюри вызвали блюда, которые были домашним заданием кондитеров. Хочется отметить почерк всех кондитеров и их фирменные блюда. Например, Салихова Дамира Хабиловна приготовила торт «Семья ежей». Зардинова Фануза Адгамовна – торт «Божественный». Гиззатова Фрида Раифовна – торт «Весенний». Айзибаева Луиза Султановна – торт «Наполеон». В полдень компетентные и представительные жюри в составе заместителя главы администрации Габдулхакова Разни Тимирхановны, Хайдарова Рафиса Раухатовича, директора межрайонной базы, Маликовой Лилии Аухадиевны, директора общепита Янаульского райпо, Савинцевой Нина Михайловна, директора общепита Орса НГДУ «Краснохолмскнефть», и Чулковой Людмилы Александровны, начальника Орса НОТ-5, оценивала кулинарное творение мастеров. Жюри по пятибалльной системе оценивало также сервировку стола, мастерство в украшении, рекламе своей продукции. Максимальное количество баллов набрали по итогам конкурса кондитеры 4-го разряда Салихова Дамира Хабиловна, Орс НГДУ, и Изибаева Луиза Султановна, райпо. Среди поваров по приготовлению уже обеденных банкетных блюд, сервировке и оформлению стола первое призовое место единодушно присуждено повару 5-го разряда общепита Янаульского райпо Рафиковой Денисе Карамуне. Приз зрительских симпатий был вручен повару объединения общепита Орсенгдо Хасиповой Разие Мазитовне за оригинальный весенний букет из свежих овощей, картофеля, свеклы, моркови. Победительницам конкурса были вручены ценные памятные подарки. А 14 февраля в Уфе состоится республиканский конкурс профессионального мастерства в ресторане торгового центра Башкирии. Честь нашего города поедут защищать Морозова Людмила Васильевна, кондитер 5-го разряда, и Рафикова Дениса Карамовна, повар 4-го разряда. Пожелаем им в этом успеха. Уважаемые телезрители, в пятницу 15 апреля в 19 часов в районном доме культуры состоится концерт популярного певца и композитора Муфтадиня Гилязева. Добро пожаловать! Уважаемые телезрители, на этом наша сегодняшняя передача окончена. Спасибо вам за внимание. Всего доброго!